Итак, друзья, сегодня решил брата угостить выстрелом. Вот сейчас, короче, рябчика маним. Сейчас, короче, будем ждать его. Подождем сейчас чуть-чуть. С вами Fisherman Hunter. Короче, друзья, с обоих сторон рябчики. Свищу ртом. Этот на низу, он подкрадывается, а этот, видишь, он ближе где-то, вот здесь где-то ближе. Димка, не вставай, сиди на месте. Целься в него лучше, потому что не дробь, а нулевка. В контейнере она, блядь. Рассыпаться сильно не будет. Он сейчас был? Да, это он был. Он отзывается, он на земле так. А тот свистит не на земле. Давай вот так проходи потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Он где-то в траве сидит. Тихо. Подожди, подожди, ногами не шурши. Не ты, Димка. Он максимум от нас метров в 15.
Рябчик. Слышал? Ага, вот так вот. Пел. Ты его не видел? Нет. Ты хотел по нему с блесны стрельнуть? Нет. А с чего? А как он выглядит? Я не знаю, он серый такой. Серый? А еще что у него есть? Рогов у него нет. У козла? Да. А что у него еще есть? Да я его не видел. А как ты определил, что это? Козленг. Ну там он это. Кукарекал? Нет. А что делал?
Вот такая вот тут местность, друзья. Вот такие вот аборигены, местные жители, ходят с харкалками и со спиннингами. Короче, идем, друзья, сейчас попробуем крикошей поманить. Посмотреть, будут они там или нет. Думаю, что будут. Я сегодня с утра ходил, по одному стрельнул, но так и не понял, куда он делся. Вроде бы не взлетал. Сейчас попробуем. Видите, местность тут такая вот. Вот. Вот такая вот местность. Димка. Блядь, булькает кто-то. Не ори. Где-то кто-то булькает. Целься прямо в среднюю. Подожди, я приближу. О, они уплыли? Они улетели. Ё-моё. Как почувствовали, а? Поставил предохранитель? Поставил. Пошли. Сейчас, друзья, проверим уточек. Если что, по большим лучше стрелять. Целиться. В смысле, лучше по большим стрельнуть, чем по маленьким. Волнышки маленькие. Молодой охотник подкрадывается к вороне. Thank you.
стоял, вторая летит, по-моему. Вторая пролетела. На дерево все высоко, брат. Димка увидел. Подыщи, папа. Ладно, сейчас сделаем по-другому. Ворон здесь нету.